Займись спортом. Под этим лозунгом в Омской области начинаются летние каникулы. В оздоровительных лагерях, парках и дворах везде найдется место для занятий спортом. Здравствуйте, это программа «Юниор», в которой я, Екатерина Алферова, и я, Катя Лебедева, рассказываем о детско-юношеском спорте в Омской области. Один из самых популярных видов спорта, которым любят заниматься летом и взрослые, и дети, это бадминтон. Но, Кать, в бадминтоне же все так просто. Бери валанчики, кидай, и только успевай отбивать. А что такого особенного мы можем рассказать об этом виде спорта? Сдается мне, ты говоришь о пляжном варианте. На самом деле бадминтон – это олимпийский вид спорта, и в нашей области он представлен хорошей школой и выдающимися спортсменами. И сегодня подробнее обо всем об этом в программе «Юниор». Бадминтон придумали в Англии в начале 19 века. Играют в него на небольшой прямоугольной площадке. Игроков друг от друга разделяет сетка. Цель соревнования – перекинуть валан так, чтобы тот коснулся земли на половине противника в пределах площадки. В программу Олимпийских игр этот вид спорта вошел в 1992 году. В России бадминтон появился после 1957 года, когда в Москве прошел международный фестиваль молодежи и студентов. Иностранцы показали игру, объяснили правила, а дальше увлеченные бадминтоном наши соотечественники сделали все, чтобы новый вид спорта быстро стал популярным в стране. В Омской области бадминтоном занимается около 500 детей. Ребята спортивной школы номер 10 помогли нам разобраться в тонкостях игры. Оказалось, что в бадминтоне физическая подготовка – основа успеха. Несмотря на небольшие размеры площадки, спортсмен за время матча делает такое количество шагов, которое в сумме равно 10-12 километрам. Специфика игры такова, что она складывается в основном из прыжков. Нагрузки огромные, особенно на ноги и спину. Поэтому ежедневные тренировки в зале чрезвычайно важны. Так, ребята, приготовились. Первое упражнение. Смена ног. Внимание. Начали. Между прочим, из-за такой интенсивной прыгучести космонавт Юрий Гагарин считал бадминтон самым лучшим видом спорта для подготовки к полету в космическом корабле. Именно Юрий Гагарин стал первым в СССР мастером спорта по бадминтону. Он говорил: «Люблю бадминтон, он дает основательную нагрузку». С легкой руки первого космонавта бадминтон с тех пор называют космическим видом спорта. А в звездном городке его теперь практикуют при подготовке к полетам. Бадминтон – это, прежде всего, очень красивая игра, подвижный вид спорта, работа на все группы мышц. То есть, если я играю в бадминтон, у меня работают руки, ноги, пресс, спина. Елена Краснова – тренер Омской детской спортивной школы номер 10. Сама в прошлом бадминтонистка, теперь обучает базовым элементам техники игры своих воспитанников. Готовим к работе руки, нашу кисть, нашей правой руки и улившей левую руку, чтобы потом на площадке нам было легче разминаться, легче играть, чтобы у нас не заболели мышцы. Ракеточка впереди себя, хват правильный. И крутим бесконечность. Крутить бесконечность на тренировке по бадминтону звучит как каламбур. Оказывается, так называется упражнение, с помощью которого разрабатывается кистевой сустав. И чтобы этот самый сустав всегда был натренирован и готов для игры, ракетку надо крутить бесконечно. Никита с музыкальной фамилией Дунаевский крутит ракетку уже 9-й год. С тех пор, как пришел на тренировку в первом классе. Сам, между прочим, без родителей. Просто проходил мимо спортзала и из любопытства заглянул в приоткрытую дверь. Так бадминтон стал главным увлечением подростка. Когда я начал тренироваться, были каждый раз проигрыши, выигрыши. Со временем результаты стали улучшаться. Вот так стремился. И вот уже стал на области абсолютным чемпионом. Стали выезжать больше в другие города. Никита, между прочим, по итогам этого года лучший юниор-бадминтонист в Сибирском федеральном округе. Неоднократный призер и победитель многих турниров и соревнований. Мечтает о месте в национальной сборной. Понимает, что трудиться для этого нужно много и упорно. На вопрос, что он делает на тренировке младшей группы, отвечает.
сегодня здесь, чтобы показать младшим ребятам хорошую игру и чтобы они сыграли с более сильным соперником, то есть улучшили свой улучшили свои результаты. В Омской области отделение бадминтона было открыто в 1982 году на базе детской спортивной школы номер 10. Ее воспитанники становились победителями и призерами чемпионатов и первенств СССР, России, международных соревнований. Наибольшего успеха добился мастер спорта международного класса Андрей Антропов. На его счету участие в 2 Олимпийских играх, 5 чемпионатах мира, Кубке мира, 4 чемпионатах Европы. Наш земляк более 10 лет являлся первой ракеткой страны. После Андрея Антропова Омская школа бадминтона вырастила еще целую плеяду мастеров, которые прославляли Омскую область на всероссийских, европейских и мировых турнирах. Подрастающее поколение знает об успехах предшественников. Это дает стимул мальчишкам и девчонкам тренироваться так, чтобы их успехи стали заметны. В мае этого года в спортивном комплексе «Авангард» состоялось личное первенство России по бадминтону среди спортсменов до 11 лет. В стартах приняли участие юные ракетки из 16 регионов страны. Омскую область достойно представили юные спортсмены спортшколы номер 10, завоевав медали разного достоинства. За несколько лет мы укрепили свои позиции в юношеской сборной. Сегодня есть несколько кандидатов, 3-4 человека, которые присутствуют в составе юношеской сборной. Мы все наши старания, старания спортивных школ нацелены на это. Так что мы с оптимизмом смотрим завтрашний день. В секцию бадминтона принимают детей с 8 до 12 лет. По росту, комплекции, физической подготовки ограничений нет. Главное – желание и интерес к игре. Тренировки 6 раз в неделю по 2,5 часа. У начинающих более щадящий режим. Нагрузка вдвое меньше. Если ребенок хорошо играет в футбол, в хоккей, просто бегать умеет быстро очень, там по деревьям не лазит на велосипедах, для бадминтона в самый раз. Елена Краснова заметила также, что в бадминтоне становятся успешными дети, которые умеют играть в шахматы. Они могут просчитать ситуацию на площадке на несколько ходов вперед. И это дает им преимущество в игре. Вот Юля у нас Васильева, она призерка России. Она имеет еще и 3-й взрослый разряд по шахматам. До бадминтона Юля занималась еще и большим теннисом. У этих видов спорта есть внешнее сходство. Неспроста же бадминтон называют младшим братом тенниса. Сравнив их, девочка выбрала все же игру с ракеткой и валаном. Здесь и валан летит быстрее, чем мяч. Потом здесь кистью надо работать, а не всей рукой. И намного быстрее игра. Ну, здесь, наверное, чуть-чуть полегче то, что в зале играешь, а не открытых кортах. Ну, а так в бадминтоне легче, ну, и мне больше нравится. С тем, что бадминтон легче тенниса, можно поспорить. А вот с тем, что все, кто сюда приходил, занимаются без принуждения и с удовольствием, нет. Любовь к игре ребят объединяет. А еще им нравится атмосфера дружбы в команде. Нравится вместе ездить на соревнования. Я в Тюмени выступал, в Крутой Горке 3 раза, в Казахстане был. Я полюбила эту игру, потому что здесь... учится быстро бегать. Очень легкие ракетки, не так, как в теннисе. Намного легче их держать. Еще реакция хорошо очень развивается. Тут развивается зрение, скорость, ловкость, выносливость. Начал заниматься бадминтоном и стал самым быстрым. Это очень быстрый, энергичный вид спорта. У меня в нем занимался папа. Когда ты играешь в 3 партии, там, ты уже умираешь, но ты должен терпеть. Это учит тебя. Что терпеть, как бы, и ты никогда не устаешь больше. В бадминтоне не главное выиграть, главное сама игра. Ребята говорят, что обидно только, когда люди, далекие от спорта, путают спортивный бадминтон с пляжным развлечением. Мол, что это за вид такой несерьезный? Я их просто приглашаю в наш спортзал сразу же. Вот просто придите и поиграйте с маленьким мальчиком, он их выигрывает. Я не понимаю то, что это не только пляжный вид спорта, но и олимпийский. У бадминтона есть еще 2 неоспоримых плюса. Первый – доступность экипировки. Ведь чтобы играть, нужны валан и ракетка, плюс обычная спортивная форма и кеды. И второй положительный момент. Существует научно обоснованный факт, что занятия бадминтоном благотворно влияют на зрение. Те, кто дружит с ракеткой и валанчиком, до старости не носят очки.
Уследить за летающим на разном расстоянии и с разной скоростью валаном – это прекрасная тренировка глазных мышц. Ну что ж, Кать, теперь ты не будешь путать пляжный вариант бадминтона со спортивным? Ну, конечно же, нет. Это, как говорится, две разные вещи. Пляжный допускает отсутствие сетки, и игроки не ограничены рамками поля. Ну и, конечно, пляжный бадминтон не требует много усилий. Это все-таки развлечение. На сегодня все. Занимайтесь спортом.